15 октября 2019 год, Харьков. Выползает луна из-за крыш домов. Луна движется по орбите со скоростью 1 км в секунду. Угловое движение, скорость углового движения Луны 13 градусов за сутки. Относительно звезд получается где-то на один лунный диск смещается относительно звезд в сторону востока. Так, 19:41 по Киеву. Харькове, 15 октября. Сейчас попробую еще. Это я снимаю на Sony. Пятидесятикратное увеличение здесь есть. Оптическое. На фоне провода. Видно будет хорошо движение Луны. Сейчас еще попробую на Nikon снять. Вон круглый кратер. Идеально круглый слева. Вверху 100-километровый кратер Плутон. На границе моря. Луна. Кратер Аристарх слева. Белая запятая, кома, влезла в кадр. Сейчас сниму на Nikon, на Nikon 83 крата оптическое увеличение. Воды. А здесь только 50. Но зато светочувствительность лучше. Так, поехали. Это Nikon. То есть Nikon. Сегодня 15 октября 2019 год, Харьков, 19:45 по Киеву. Только что сделал съемку Луны при максимальном увеличении с фотоаппаратом Sony. 50-кратное оптическое увеличение. Это сейчас идет запись фотоаппаратом Nikon Coolpix P900. Увеличение оптическое 83 крата. Может, слеплю две видеозаписи в одну, чтобы сразу можно было посмотреть и сравнить и увеличение, и качество съемки, и светочувствительность. Приближение больше значительно, и от этого создается иллюзия, что Луна движется быстрее, ну, в кадре.
Понятно, что угловая скорость одна и та же, но поскольку приближение больше, объекты в кадре кратера смещаются с большей скоростью. Так, на той съемке у нас был кратер Плутон и Плутон. И кратер Аристарх. Сейчас попробуем поймать. Предоставлю возможность этим кратерам самим ползти в кадр. А вот как раз в левом нижнем углу на краю Лунного моря круглый идеально кратер Плутон это планета, которая теперь не планета, а карликовая планета, да? 100-километровый диаметр, этот идеально круглый, удобная шкала. Так, а где Аристарх? Где эта беленькая клякса? А вот он вползает снизу. Явное белесое пятно. Запятая. Да, сейчас надо будет слепить два видео в одно. Посмотреть разницу. Вчера было полнолуние. Позавчера в 11 часов вечера 13 октября. Ну, в принципе, и сейчас. Все прекрасно видно. Так, наверное, сейчас сделаю увеличение. Потом кадры совмещу именно на максимальном увеличении Никоном и максимальном увеличении Sony. Чтобы был эксперимент чистым. Этот крайний кратер хорошей будет меткой. Ветер, ты представляешь, на балкон ветер попадает и колеблет камеру. Ну еще я чуть-чуть своим центнером перемещаюсь. Лады, запомнили. Так, и вот тот же самый кратер максимального увеличения Sony, 50-кратное оптическое увеличение. Сравнение, конечно, совершенно ради интереса, потому что совершенно некорректно сравнивать фотоаппараты разных годов выпуска. Sony я покупал то ли в конце 2013 года, то ли в начале 2014.
Nikon Coolpix, Sony DHC HX300. Полное название его. А Nikon я покупал в 2018 летом. Nikon 83 оптическое увеличение, здесь 50. Ну, если по луне как-то еще освещенность, светочувствительность, вернее, не особо разница чувствуется, то вот освещение ночного двора, по-моему, гораздо лучше передает Sony, чем Nikon. Ну, в принципе, понятно, за счет того, что больше увеличения на Никоне нужно, большее количество информации, больше света нужно, я так понимаю. Так, ну вот. Вон у нас Аристарх слева в верхнем углу. Вон у нас на краю моря Платон кратер. В общем, все приметные объекты зафиксировал. Идеально круглый под самым краем верхним, чуть левее. Кратер Платон на краю моря исчезает из кадра. Слева запятая ярко-белая. Это кратер Аристарх, один из самых молодых. В одной записи посмотрю, как это выглядит. 15 октября 2019 год, Харьков. Ну что-то там, сколько у нас времени? 20:00 по Киеву.